Всем привет, друзья! Вы на канале Домашний зоопарк. Сегодня вы станете свидетелями одного эксперимента. Что же будет кушать наш голодный котик? Что он выберет в первую очередь? Сухой корм? Или все-таки свой любимый корм кусочками? Давайте будем проверять. Итак, поехали. Рико подошел к тарелочкам, понюхал сухой корм. А ну подвинься, пожалуйста, Рикушенька. И все-таки отдал предпочтение своим любимым консервочкам. Так, Джек откуда ни возьмись появился. Сидел в засаде только что. Шо, Джеканчик, для тебя эта тарелочка большеватая, да? Ты не сможешь достать. Гляньте, гляньте, как заглядывает, заглядывает. Вот так, вот так. Шо ж тут раздают, да, Джеканчик? Гляньте, бедный мальчик, сейчас дам. Но это тоже прикольно, так тянется туда. Давайте, давайте Джеку немножко дадим. Рикуша, подай, пожалуйста. Вот тебе, Джекун. Это для тебя. Такой кусочек, как съешь, сразу наберешься нужных сил. Так что, видите, коту все равно, как ни крути, больше в понраву корм влажный. Но я думаю, не стоит вам лишний раз даже напоминать, хотя я напомню, что котов и кошек нельзя кормить все время только сухим кормом. У котика в рационе обязательно должен быть также влажный корм. Одним сухим ветеринары кормить не рекомендуют. Джек, Джек! Сейчас я его буду убирать. Ну дай Рико покушать спокойно, Джекуська. Ну что ты делаешь? Гляньте, он соскучился за ним. Сейчас утро. Джек уже в клетке там кричал, выпускайте меня, ну пока все подготовил для видео, пока, вот, сухого корма, сухой корм тоже вкусный, да, Джек? Где обедал воробей? В зоопарке у котей, вот уже свинтус, пораскидывался, ну куда ты лезешь, Джек, у тебя ж все есть, глянь, и тут кусочек лежит. Это же циркачи, да? У нас как цирковой номер. Кот Рико приглашает на завтрак воробья. Ладно, друзья, будем на этом мы закругляться. И всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписаться на наш канал. Всем пока.